Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня продолжаем проходить Титан Бравл, или Наваляй Титаном. Бонусный ящик, давайте посмотрим, что у нас в нем будет. Так, даже два. Поехали. Вау, шикарно, ребята, какой-то новый Титан у нас. Красотища просто. Так, ну что же, ребята, и еще один сундучок. Великолепно. Ну что же, думаю, пора нам с вами взглянуть, кто это такой. Так, здесь у нас за видосики герои. Все это понятно, это все хорошо, но нам это сейчас не нужно. Давайте мы, наверное, с вами непосредственно перейдем на карту. Ага, вот оно что. Так, бой. Компания. Поехали. Мана – ценная вещь. Дождитесь лучшей цели. Обязательно дождемся, но сейчас нам не до этого. Так, Супер Лаев. Понеслась, ребятушки. Фух, надерем им зады. Так, он на меня какую-то шпану вызвал. Ну-ка, давайте-ка, ребятушки, не оплошайте. Маг, давай бомби его. Заморозочка. Отлично. Так, куда-то он там продвигается. Так, давайте Тора сюда. Я думаю, вдвоем они его завалят. Блин, но он при поддержке хила. Плохо. Так, медвежуть готов. Надо будет сейчас и его сюда же. Потому что все происходит на одной линии у нас, ребята. Отлично, одного завалили мы. Но это еще не конец, ребята. У него еще два. Так, один остался. И причем это хиллер. Так, ну с ним, в принципе, мы разбираемся. Без проблем. Моя магичка сейчас добьет. Нате, суперударом. Все, и у меня робот на подходе, ребята. Давайте мы посмотрим, что он вообще из себя представляет. Ух ты, шикарный чувак. Ну-ка, давайте-ка посмотрим его суперудар. Ё-моё. Здорово, он может на вторую линию стрелять. И это радует меня. Так, базёнку мы бомбим. Так, он вызывает Титана. Титана-циклопа. Интересно, кто кого, а? Нет, нифига, ребята, он вызвал еще подмогу. Ёлки-палки, быстро разбирают они у меня робота, да? Так, медвежуть, давай вперед. Как говорится, подсоби, помоги нашему. Давайте, суперудар. На-ка. Ну что же, отлично, одного мы все-таки тоже там сделали. Ух, шикарно. Так, моя магичка там кое-как справляется. Бежу, давай, опа, отлично. Так, Тор, выходи. Ёлки-палки, надо было, хотя нет, нормально, ребята. У меня робот готов, можно его выставлять. Так, и по счету мы пока проигрываем, ребята. Проигрываем. Так, ничья. Идем на ничью. Но меня это не устраивает, надо. Магичка вперед. Ёлки-палки, опять этот циклоп вышел, а. Замораживаем его. Есть контакт. Медвежуть, бедный мой, торс лег. Но медвежуть-ка сейчас должен там навалять, по идее. Все, циклоп у него упал. Бьем базу, ребята, бьем базу. Идем на ничью, но это не нужно мне. Чертова хилка, а. Смотри, что делает, смотри, что делает, а. Ёлки-палки, что он там пляшет вместе с ними, а. Блин, Есть! Ну что, ребят, я могу сказать. Победа досталась нам. И довольно так тяжело. Фух, но тем не менее наша победа. Так, зарабатываем сундучок. Вскрыть мы его, естественно, сейчас не сможем, потому что они открываются сейчас за время. Сколько надо? 8 часов. Ух, или 44 кристалла потратить. Нет, ребята, пока меня это не устраивает все. И мы переходим к следующему бою и смотрим, кто у нас будет здесь. Постоянно защищайте свой тотем. Я только этим и занимаюсь. Так, Биг-3 против нас.
Ё-моё, это что такое? Маг. Ого. Маг и плюс какой-то берсерк у него там. Черт, подери, на одной линии вдвоем. Ну-ка, давай удар. Отлично. Блин, их бы прапать маленько, а. Но пока нету у меня этих камней, ребята, специальных, которыми апаются герои. И мой медвежуть, к сожалению, сейчас упадет. Даже не успел суперудар сделать. Вся надежда на магичку. Так, робот, робот еще не скоро будет. Вот сейчас, ребята, есть шанс. Медвежуть. Так, молодец, молодец, моя магичка завалила его магичку. Так что, Тор, давай, наверное, сюда. Потому что их тут двое. Сейчас будем молнией шпарить их. Так, пускай облачко их будет потихоньку жарить. А мы в это время робота вызываем. Понеслась. Ну что ж, пока вроде довольно неплохо идем. Хотя, как сказать, неплохо. Мы проигрываем по черепкам, ребята. Тут выигрывает тот, у кого больше черепков или чей тотем будет сломлен. Так, я приближаюсь. Так, магичка медвежуть. Так, ну ладно, хоть медвежуть пошел по прямой, по свободной. И надеюсь, он добьет базу. Ох ты, они тут все сгруппировались. Отлично. Опять этот там двумя топорами. Кто он такой? Заморозка на него. И расстреливаем по-быренькому. Медвежуть, давай, 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 не подкачай. У тебя там все отлично получается. Бомбануть бы суперудар, конечно. Его нету у меня. Так, есть. Тор вылетает. Ё-моё, он своего титана вызвал. Зараза. Как же не вовремя, а? Но я думаю, победа за нами, ребята. Так оно и есть. Медвежуть с Тором сделали свое дело, пока мой робот-титан держал там оборону. Так, это меня радует, ребятушки. И мы переходим на следующий этап. Естественно, получаем ящик, который откроется там фиг знает через какое количество времени. Ну, это меня через 3 часа. Ага. Тренировка. Блин, тренировка мне, в принципе, нафиг не нужна была, ребята. Хотя, если так посмотреть... Это, я так понимаю, если вы кого-то нового получаете и не хотите терять там PvP-очки и так далее и тому подобное, для вас существует такой режим тренировка. Так, медвежуть на медвежуть, а маг на мага. Интересно будет сейчас посмотреть, как мне это все получится. Ну, маг его, конечно же, ведет, потому что он завалит мою магичку. Так, медвежути. Ну, а тут у меня медвежуть выиграет. В любом случае, как ни крути. Тор, давай быстрее, Тор, я тебя жду. Так, отлично. И магичка у меня готова. Давай магичку вперед. Так, и теперь, наверное, мы с вами будем выправлять Тора. Помощь магичке. Ух, так, мы приступили к лошматить базу. Лишь бы сейчас он не вызвал своих титанов. Так, будем шпарить, как говорится, молниями. Ну вот, на тебе, он вызвал своего медвежутя. И кучу подкрепа. Ну, сейчас мой робот будет их расстреливать. Шикарненько. Да, его бы прокачать вообще было бы хорошо. Так, давайте, Тор пошел. На худой конец сейчас будем молнию применять. Жарим, жарим этого медвежутя. Он нам не нужен здесь. Магичка в помощь. Так, отлично, отлично, ребята. Очередная наша победа. И теперь, я думаю, зайдем все-таки мы в компанию. Танцуют танцоры. Клау. Ну, я понял, что в этом режиме нельзя получать награды и черепа. Потому что это тренировка. Ну что же. Так, ничего у нас новенького здесь нету. Можно, наверное, приступить. Камней у меня тоже нету. Черт, я не то сделал. Ёлки-палки, ладно. Не тот сундук открыл, блин. Черт, все. Давайте, нет, этот. Давайте тоже откроем.
И посмотрим, что у нас тут выпадет. Воу, вот это хорошо, ребята, капелька мне как раз нужна. Так, следующий. Ну, здесь, по крайней мере, я могу тотем проапать свой. Так, а тут у нас и магичку, и медвежутя. Угу, давайте, ребята, их апгрейдить. Так. Робот, робот, по-моему, ничего не может, только если за капельку. Отлично. Ну что же, 53 хп и к атаке нормально, я считаю. Так, и ракету увеличим. Плюс 2 к урону. Ну, нормально, я считаю. Так, с Тором у нас ничего нельзя сделать. Так, Зул, это у нас не то все. Вот, магичка моя. Ну что же, неплохо. Ну, а теперь медвежуть. Давай-ка, повышай уровень. Замечательно. Оу, я перешел на второй уровень, ребята. И получил сундучок. Это шикарно. Так, я могу даже тотем свой проапать. Ха-ха. Нормально. Ну, вроде бы как все на этом, да? Ух ты, Рок, редкий чемпион. Хотя... давайте-ка посмотрим, что у меня здесь выпадет. Ёлки-палки, сколько вкусняшек-то сразу, а? И капелька есть. Да, ну капелька зеленого цвета. Такое впечатление, что это для друида. Хотя у меня здесь... медвежуть может апнуться. Так, плюс 5 к суперудару. Довольно неплохо. Ну что же, можно, наверное, в принципе, перейти в режим кампании и дальше проходить. Так, у нас здесь... оу, у нас какой-то типа босса, что ли, здесь? Ха. Ну что же, давайте глянем, кто это такой, с чем его едят. Думаю, особых проблем не будет с ним. Хотя тут бабка надвое сказала. Трибур. Опять друид. Что они тут... смотри, как рванул-то лихо, а? А он не думает, что у меня здесь медвежуть будет, а? Его встречать, блин. Так, мои юниты маленькие валят базу. Это хорошо. Но здесь мы должны справиться. Заморозка. Глубокая причем. Отлично. Так, что он там выделывается? Чемпион один убит. Победное очко нам приносит это. Что это за хмырь? По-моему, такое ощущение, что он танцует и вызывает вот эти вот поганки. По-моему, так оно и есть, ребята. Давай, Торушка, не подкачай. Ёлки ты палки, а? Медведь, не падай, ядрить упал. Еще отхил, да? Ё-моё, точно отхилка пришла. Что это такое сейчас было? Нифига у меня там молнии это шпарят. Я даже не думал, что настолько-то хорошо. Оу, воу-воу-воу-воу, магичка, стой, 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 не падай, не падай, не родная. Роба, давай, заряди-ка залп. Есть, получили там нахрен, по заслугам. Так, ну что, остается у меня робот и Тор. Там пока вроде бы как все сдерживается. Если мы сейчас этого завалим, то, в принципе... базу можно будет спокойненько разбомбить. Ай, медвежуть упал. Ёлки-палки, обидно. Обидно, конечно. Как так? Пробились они. Ё-моё, ребята, у меня откат по всем. По всем юнитам. Блин, вот это я попал. Давай, медвежуть. Супер удара нету, черт побери, вот он. Ну-ка. Ровным счетом ничего не получилось, ребята. Ничего. Ни заморозку не могу применить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, по-моему, сейчас завалят базу. Вот это я лопухнулся, ребята. Я лопухнулся, по ходу дела. Все, да? Черт, не спасет меня тут ничего. Да сдохните вы уже, а? Так. Кто там, что? Все. А-а-а, ребята! Ёлки-палки, я пока смотрел там, как мою базу воротят... киборг, робот сделал свое дело. Фух. Ну, если честно сказать, то выиграли просто чудом каким-то. Потому что на моей базе было тоже очень мало хп. Фух. Киборг молодец. Так, и мы получаем с вами сундук. Да, за 8 часов разблокировать его. Или можно за кристаллом. Но слишком мало кристаллов у меня осталось. 66.
Ребята, следующая карта откроется только через 6 часов. Можно пойти и поиграть в сети. Так, кто нам достанется? Что за игрок? Ну давай, не томи, показывай уже. Ага, кинг, король. Ясненько. Погнали. Ё-моё, как он так может делать сразу же? И магичку, и медвежутя одновременно. Мне так что-то нужно время. Хотя... ничего мне не нужно. На-ка, молния. Я вот еще не знаю, что лучше, молния или удар посоха медвежутя. По атаке надо будет потом посмотреть характеристики. Магичка, давай, помогай. Хотя, наверное, надо было ее на второй ряд пустить. Ну ладно, что сделано, то сделано. Ох ты, ё-моё, чё нам... Вы видели, что выдавило? Заморозка плюс массовая атака от хилы. Жесть. Так, давайте тогда всех на один ряд выставим. Готово. Есть. Осталось 2 минуты, понятно. А робота по нижней строчке пустим. Интересно, получится, не получится у меня. Да нате, выкусите вы все. Ёлки-палки, троих на нижний ряд пустил он. Да, дракон тоже жарит неплохо. Но недостаточно сильно. Давай-давай-давай, ребята, там от базы у него осталось почти четверть хп. Так, медвежу, Тор. В общем, вся братва побежала у меня. Тут иначе нельзя, ребята, иначе они прорвутся, и все, тут хана будет. Так, тотем мой отбивается пока, это хорошо. Опять эта отхилка пришла, а? Ну, я думаю, что здесь шансов нету. Отлично. Так, давай этого теперь медвежути завалим. Минута осталась, ребята, минута. Ну, вали ты его нафиг. Отлично. Так, остался отхил и ледяной маг. А, вызвал все-таки он своего дракона. Надо мне робота вызывать. Так, идет. Суперудар накопился. Жарим. Ой, Тор сейчас упадет. Упал Тор у меня. Магичка, давай. Не тупи, главное, не тупи. Так, ну что, я думаю, дракон сейчас отдуплится у нас. Есть. Но здесь медвежуть вышел. И причем у него прикрывает магичка его. Невыгодная, конечно, комбинация немного. Время вышло. И... я победил. Фух. Я все-таки победил, ребята. И это хорошо. Да, ну бой был довольно-таки серьезный. Продолжаем с вами играть, проходить Титан Бравл. И... так, ребята, у нас черепков 19 штук. Так, разблокировать 3 часа. А. Открыть. Давайте глянем, что тут у нас будет. Вау, я могу апнуть дракона. Один уровень ему поднять. Так, а где он у меня находится? Где-то здесь внизу, вот он. Давайте-ка сделаем. Ну, 20 хп, это неплохо, прибавки. Ну, пока я его не буду брать с собой, ребята, мне пока устраивает мой робот. Да, Тор у меня первого уровня еще до сих пор, как-то кисленько. Лучше бы он был бы второго или третьего, а лучше бы вообще десятого. Губешки раскатил. Так, и что нам, ребята, достанется в этот раз? Как... ух ты! Бразилия! Бразильянец. Ну ладно, погнали. Посмотрим, насколько он хорош. Так, Тор магичка. По нижнему флангу. Против медвежутя и магички. Что за магичка там у него стоит? Огненная, ё-моё, да? Точно огненная, ребята. Так, медвежуть, медвежуть, ну-ка сдохни. Есть, отлично. Одно очко за нами уже.
Так, магия долго копится, я бы сейчас бы применил бы что-нибудь. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй, как она убила Тора метеором. Ё-моё, вот это разборка. Нежданчик, ребята. Но этот паренек уже, видимо, со стажем. Он знает, как надо действовать. Где кого выставлять против кого. Так, мой Тор бомбит молниями. Ну, как-то кисло, если честно говоря, бьется она. Молния егоная. Так, здесь мы справились. Сейчас упадет Тор у меня. Но медвежуть, по крайней мере, нет. Нет, его перехватили юниты, и он на них переключился. А в это время дракон его там забомбил. Нате, выпустите все. Робот, не подкачай. Давай-ка эту молнию свою врубай. И медвежуть на подходе. Ну, пока, ребята, у нас ничья по черепкам. 5 на 5. Но тут все в любую секунду может измениться. Так, дракон у них упал, медвежуть еще стоит. Блин, ну там магичка из дальний бой. Ай, плохо. Плохо, что робот упал. Так, заморозка почему-то не сработала. Непонятно почему, ребята. Так, давай, робот, выходи. Ух, сейчас и Тор упадет. Черт, тебя побрал, а. Какой же ты, блин, как будто все знаешь. Ё-моё, время, ребята, меньше минуты. Мы по черепкам проигрываем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И суперудара нету, и магия не накопилась. Ё-моё. Это мне нужно еще двоих убить. Блин, и у базы много хп. Нет. Боюсь, мы, наверное, ребята, не успеем с вами. Так, один есть. И еще двоих надо. Ё-моё. А у него там два мага. Огненный и ледяной. Ё-моё. Вот это попадос, ребята. И робот мой, наверное, здесь уже не поможет. Все. 8-12. Нет. Шансов просто никаких нету, ребята. 9-13. Ух. Так, 3, 7, 6, 5. Да, ребята, проиграл я здесь. Хотя одно очко. Одно очко, ребята, блин. Ёлки-палки, не хватило мне одного черепка по-быренькому заработать. Печалька. Минус 15 медалей. Это у меня от рейтинга забирают за каждый проигрыш. Фигово. Так, опа-на, я накопил на сундучок. Надо обязательно его вскрыть и посмотреть, что здесь у нас выпадет. Так, огонек и алмазики, 20 штук. Нормально. Такой довольно шикарный бонус. Поднимаем уровень. Медвежуть все-таки он нормально так держит. Он и как боец, и как танк. Меня он вполне устраивает. И я получаю 3-й уровень, ребята. И еще сундук. Ха-ха, шикарно. Ну, здесь вроде бы все, разобрались, да? Давайте глянем дальше. Так, тотем мой. Магичка. Магичка. Давайте глянем сундук. А почему нету? Я же вроде получил сундук. Ладно. Ну что же, ее вроде тоже маленечко прокачали. Уровень опыта повышен. 3-й. Елена. Обычный чемпион. Да, обычный, необычный. Но шпарит она, будь здоров. А вот и сундук мой, потерявшийся. О, я могу робота. Робота своего поднять до 3-го уровня, ребята. И я это обязательно должен сделать. Ну-кася, отлично. Ё-моё, 87 атаки повышает. И плюс суперудар еще. Плюс 2. Нормуль. Я считаю, что это удачно довольно-таки. Так, надо будет мне потом, ребята, вступить как-то в клан. Чтобы мне шли дополнительные очки и так далее и тому подобное. Давайте открывать. И посмотрим, что из него выпадет. Так, на тотем, дракон и ледяшка. Ну что ж, неплохо. А мы продолжаем играть в чемпионат и ищем очередного нашего противника. И кто же это будет? Опять Бразилия, надеюсь. Точнее, не хотелось бы, чтобы это была Бразилия. Давайте какого-нибудь немца. Ёлки-палки, опять бразилец. У них там что, это популярно так играть сильно? Ладно, маги, медвежути, все вперед.
Ёлки-палки, я даже не знаю. Давай, суперудар, быстрее. На-ка, маг. Опа, нормально я приголубил эту красоточку. Давай, добивай, добивай, не бежу. Надо как можно больше нанести урона базе. Сейчас я чувствую, он там накопит магию и выставит сразу всех. Давай, Тор, побежал. Ядрить его на корень. Как он так с удара-то снес моего медведя? Ладно, получи в ответку. Маломанный, блин. Так, давай, медвежуть, повтори попыточку. Ай, упал. Упал у меня, блин. Ладно. 2 минуты осталось. Робот на выход. Так, давайте суперударом. Так, шикарно. Юнитов, конечно, бомбит он замечательно. Ну, лучше бы было, если он вообще бы убивал их с одного выстрела. Так, ледяшка против Тора. Ох ты, как она хитро сделала. Блин, заморозила Тора. На, в бубен. Так, я опять проигрываю по черепкам. Да что за фигня-то? Так, у него здесь, смотрю, Тор с драконом-то нормально так шумшат. Плюс эти мелкие юниты назойливые мешаются, а? На которых они приключаются и в это время, как сказать, беззащитны. Так, Тор пошел. Давай, 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 база осталась немножко, ну, ну, есть. Есть, ребята. Ну вот, показали мы этим бразильцам, где русские зимуют. Вау, 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 Тор мой наяривает. Ууу, чики-чики, все нормуль. Так, получили мы с вами сундук. И продолжим, продолжаем, ребята. А там только через 6 часов откроется у нас следующая карта. В принципе, мы подождем, спешить нам некуда. Ну что ж, дорогие мои, наверное, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все, всем пока и удачи. Nigga, you can't stop bouncing.